В Карачаевске появилась аллея памяти и славы Карачаево-Черкесского госуниверситета. Сотрудники КЧГУ, студенты и жители города посадили более 130 саженцев сакуры вдоль университета. Помимо этого, установили информационные стенды в память о героической истории преподавателей и студентов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В памятном мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. На аллее памяти и славы представлены имена людей, кто внес свой вклад в становление и развитие университета, многие из которых героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотрудники и студенты КЧГУ в ходе поисковой работы узнали имена тех, кто работал в стенах вуза в послевоенные годы. Многие из них были отмечены орденами Красной Звезды Отечественной войны и даже медалями за отвагу и за взятие Берлина. И это подтверждает их героическое военное прошлое, отмечают собравшиеся на открытии аллеи памяти. Исполняющий обязанности мэра Карачаевска Марат Урусов высоко оценил работу коллектива госуниверситета по сохранению бессмертной памяти героев нашей страны. Мы просто обязаны сохранить память о Великой Отечественной войне, защитить историческую правду и максимально полно донести подрастающему поколению всю объективную информацию. Сотрудники КЧГУ имени Умара Алиева, которые долгое время проработали в стенах университета, поделились рассказами об истории зарождения и становления вуза. Гости памятного мероприятия, представители Росмолодежи, Министерства образования и науки России, поприветствовали всех участников акции. Нам важно, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя, свои мечты, свои возможности в нашей стране. Карачаево-Черкесский государственный университет, он является актором в работе с молодежью республики. Для нас, студентов, стало важным открытием биография наших славных преподавателей, которые героически защищали родную землю от фашистских захватчиков. И наша задача сегодня – сохранить память о них, отмечают студенты. Мы очень рады, что смогли внести свой вклад в создание аллеи, которая посвящена великому подвигу и бессмертной славе героев. И хотим отметить, что для нас это не только бесценный опыт, а большая честь. История вуза неразрывно связана с жизнью Карачаевска, отметил ректор КЧГУ Таусултан Узденов. Аллея памяти и славы Карачаево-Черкесского государственного университета – это аллея памяти и славы нашего родного города, нашей родной республики. После все собравшиеся посадили саженцы сакуру вдоль территории университета. Важно отметить, что аллея памяти и славы была разбита на пожертвования коллектива вуза и жителей города. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.